Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом обложения страховыми взносами вознаграждения авторам служебного произведения. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. Рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что отношения, связанные с авторским вознаграждением в связи с созданием служебного произведения, они осуществляются в рамках трудовых отношений между автором и работодателем. В этой связи Минфин приходит к выводу о том, что отсутствуют какие-либо основания для освобождения такого рода вознаграждений от обложения страховыми взносами. И, соответственно, Минфин указывает, что такого рода вознаграждения облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. Таким образом, лицам, уплачивающим страховые взносы и сталкивающимся с вопросами авторского вознаграждения за служебные произведения, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.